Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Новикова, город Екатеринбург, бронзовый лидер компании «РСАК». Мы находимся в прекрасном месте на Урале, база отдыха «Иволга» под Екатеринбургом. Проходит шикарный форум компании «РСАК», на который приехали лидеры со всей России, от Калининграда до Хабаровска из Дагестана. Я никогда не была на таком форуме шикарном, и меня здесь удивили эксперты, которые работают в компании «РСАК». Эксперты по аромадиагностике, эксперты по БАДам. Я получила столько новых инсайтов, я получила столько новой информации, которую буду применять в первую очередь для себя и для своей команды. Вообще, хочу с вами поделиться, я в сетевом маркетинге с 2000 года, но как комфортно работать в компании «РСАК», я здесь всего второй год. Я такое получаю удовольствие от общения, от продукции. И я, знаете, буквально недавно сделала для себя такие выводы, что здесь волшебная продукция, она очень высоковибрационная, и она работает на каких-то вот таких волшебных вибрациях, которая помогает нам достичь какого-то успеха. Здесь такие шикарные турецкие натуральные парфюмы, благодаря которым я буквально недавно закрыла новый статус, просто используя эти парфюмы и проводя аромадиагностику. В первую очередь для себя и для своей команды, для своих новых партнеров. Я получила шикарный результат. Я благодарю моего наставника Рудольфа Печеницына. Это статус номер один в России. И вы знаете, я для себя сделала такое открытие, что в России эту компанию еще мало кто знает. И у нас есть шикарная возможность познакомить население нашей страны, наших друзей, знакомых с этой шикарной продукцией. Это безопасно, экологически чистое. Здесь шикарная миссия компании, миссия, которая оздоравливает нашу планету, оздоравливает людей. И мы с удовольствием приглашаем в нашу компанию, в нашу команду, потому что вы получите огромное удовольствие. Здесь можно работать на лайте, здесь шикарный план маркетинг, который, ну, я не встречала ни в одной компании. И я просто счастлива, что компания «РСАК» пришла в мою жизнь. Приглашаю вас в нашу команду, приглашаю в компанию «РСАК» и всем желаю добра, здоровья и счастья.